Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами канал Дачный Сазонт. Рано или поздно у каждого хозяйственника возникает вопрос, где и как хранить ему гвозди, саморезы, разного рода метизы и так далее. Я долго над этим вопросом думал, использовал я всякого рода баночки, скляночки, и все это меня не устраивало по ряду причин. И как-то мне попалась обычная пластиковая бутылка из-под молока Простоквашино. Чем мне она понравилась? Во-первых, то, что горлышко широкое, и сама бутылка имеет такие габариты, в которые может вписаться практически любой метиз, будь то длинный саморез или гвоздь. Что в итоге у меня получилось? То есть, как вы видите, вот у меня веранда, хозблок, про который я начал уже выпускать свои ролики. Кому надо, спрашивайте, дам ссылку. В принципе, на канале у меня уже выпущен плейлист, в котором я начинаю рассказывать о своей постройке. И как раз на веранде, которую я укрыл сотовым поликарбонатом, есть такие вот перемычки из сотового бруса, и на них вот так вот красивенько устанавливаются все бутылки, которые я на данный момент накопил. Как вы видите, здесь у меня и анкерные болты находятся, и саморезы. В принципе, бутылки достаточно вместительные, как вы видите, вот болты даже шестигранной головкой. Все, так скажем, легко достается, и в то же время, если у вас, допустим, бутылка падает, то не высыпаются сразу же все саморезы кучей. И еще вот такое вот я придумал новшество, чтобы крышки не терялись, потому что бывает, что торопишься. Я в крышке выполняю отверстие с помощью шила и с помощью любой веревки, лучше, конечно, использовать капроновую, вот так крышку фиксирую, чтобы она у нас не терялась. В общем, с вами был канал Дачный Сазонт. До скорых встреч!